Андрей Владимирович, вы здесь с самого начала, да? Да, я здесь с августа 16 года. Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить. Сначала были подходы, потом это все плавно перешло в гриду. Да, с самого начала. Сколько получилось времени? Ну, 3,5 года. 20 июля открыли 190 километров от Керчи до Симферополя. 4 полосы. Ну, говорят, ну это просто сказка, да. Сказка какая-то. Конечно, конечно, другой уровень, другой мир. Я сейчас вот на вертолете летел, специально прилетел, чтобы посмотреть. Практически вот все трассы пролетели. Конечно, впечатляет, красиво. Современный объект. Современный, по-настоящему. Удобный и красивый. Надо съезды делать только вот к берегу, так чтобы, особенно когда туристический поток идет, люди ведь едут не в Симферополь, они едут на южный берег. На море. На море, поэтому нужно съезды делать. Поздравляю вас с окончанием этого этапа работы. Практически все, немножко осталось.